Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас очень вкусная курочка на ужин. Заранее курицу я замариновала. Для мариновки нам нужно соль, перец, красный, черный, чеснок, сок одного лимона, паста аджики и сметана. Всю эту смесь перемешиваем, маринуем и оставляем на ночь нашу курочку. А батат нарезаем на красивые кусочки и добавляем специи и можно сухие травы. У меня сушеные травы и чуть-чуть соли. И вот так ставим в духовку, разогретую на 200 градусов приблизительно на час. Я включила режим гриль. Вы смотрите по своей духовке.